Всем привет на моем 27-м стриме, и сегодня продолжаем проходить игру Pokemon Fire Red. Это уже пятый стрим по этой игре. Так, в прошлый раз мы так, что такое, не отображается игра, сейчас, секунду. Все. Так, тоже привет. Да, все, что нравится ролик. Так, в прошлый раз я остановился на том, что я не смог ничего поделать с этим лидером стадиона в городе каком? Ой, так, сейчас. Редин ФР, привет. Так, Атлас. В городе... А, Вермиллионе. В общем, я там не смог к лидеру зайти. У него там какими-то лазерами закрыта, не знаю, это... его стена. Ну, в общем, его комната. И, но зато я тут нашел путь справа. Ну и... В общем-то, да, иду. Просто не успел в тот раз. Уже стрим закончился. Так. Посмотрим, что там еще есть. Так, Мяут... поработает сейчас. Так, ну с этими я уже дрался со всеми. А, что тут? Ну тут... А, ну да, здесь это обратный спуск. Так. О. О, давай сразимся. Так, значит, у меня Гиардос есть. Вырос. Еще там, я не понял, каких... А, манки у меня. Ой, манки же вообще дна. Но он сейчас, наверное, с одного удара умрет. Я уберу его, будет опыт получать бесплатный. Ну, он пусть пару раз попробует. 11 левел, типа, крутой должен быть. Как же он долго качается, этот пару. Ну, понятно. Собрался теги приписать, но как А, ну давай, я наконец-то выложился свои эти стримы в это на YouTube тоже. Так, а пусть Джиадуты выходят. А, там 21 уровень Джиадут, что-то я даже сразу не обратил внимания. Я привык, что обычно не особо сильные покемоны встречаются. Ну я не знаю, так печально, 21 уровень. Но пусть попробует укрепление. Он тоже использует укрепление. А, ну давай обвал. И он обвал использует. Ну понятно. В общем, придется, наверное, сильных выставлять. А, ну я радость его заваншотит, наверное. Потому что вода против камня. Вода камень точит. Да понятно, давай уже. Укус! Ух, нормально. Ну, наверное, не ваншот, потому что это все-таки не водная атака. Вот если было бы это... Там... Струя воды или что-то в этом роде, наверное, был бы вообще ваншот. Ну ладно, неплохо опыта дали. Джиадут 12 уровня. Оникса, ну давай, выпускай Оникса. Нет, я не буду менять этим всех. Порешаю. Мой любимец тащит. Хомут, ну это ерунда. Ну все, один удар и готов. Не, вот не зря мы Джеткарпа поймал тогда. Нормально вообще получился. О, Гиарадос 21 уровня.
Это был честный бой, согласен. Антиожог я нашел, ну ладно. Наверное, пригодится. Хотя пока огненных особо не встречал, особенно диких. Не зря Дон Эмба, ну, может, ты и прав. Я скоро отправляюсь в Лавендер. Ну, а мне-то какое дело? Нюк, привет. Видел Нюк твой стрим по этим, ну, покемонам Leaf Green, где чат играл. Это я угорал, конечно. О, нормально, эффективно. Но он 19 уровня, сейчас как сделает какой-нибудь этот гиперукус, и все, будет потрачен манки. Ну ладно, может добьет. А, понятно. Так, ну пусть Чермиллион выйдет, чё. Угли, я думаю, добьет. Где взял Герадоса? А, мне там дали удочку ржавую, старую. Я поймал Маджикарпа и прокачал до Герадоса. Так, заменить покемона? Нет, ладно, пусть качается Чермиллион. Мега Коготь. Ну-ка, мега пинок давай. Мало промахивается. Ловкий сенчу. Leaf Green, ну потому что, во-первых, когда я искал, почему-то мне русская версия попалась только Fire Red. А во-вторых, я как бы просто не был знаком вообще с серией игры. Игр этих покемон, да, только аниме смотрел там. О, Чермиллион 27 уровня. Вот, и я почему-то думал, что если я выбираю Fire Red, то мне обязательно надо играть Чермандером, ну как бы в смысле первый покемон. Если выбираю Leaf Green, то этот Бульбазавр там, ну я то есть не знал, что там выбор так и так есть. О, Лик Ужаса он выучил, ну-ка посмотрим, что это. Так. Лик ужаса. Спугать врага страшным лицом. Резко снижает скорость врага. Ну нет, у меня тут крутые атаки, я не буду, наверное, менять ничего. Да, не изучает лик ужаса. Опять Сэншу? Да не буду менять. А чё, мне Сэншу даже ни одного удара не нанес, что ли? Ну-ка давай-ка, мега пинок. А, он промахивается? А чё ж он промахивается? А, ну Сэншу 19 уровня, он крут, наверное. Постоянно вращается, наверное. Ну вот угли это норм. Интересно, когтями добьет, чисто ради интереса. А он, то есть физической атакой вообще попасть не может в него. Прикольно. А, он еще и меткость снижает. Ну ладно, тогда углями добивай. Ой, даже углями промахивается, но это уж перебор. Давай еще угли все равно. Да что же, он теперь вообще не попадет? Ну ладно, еще раз, потом меняю. Ладно. Ну пусть вон Джиадут выходит. Так, неэффективно. Да, толчок, сколько ему там надо, много. Uh,
А, что-то вообще неэффективно ни разу. Ну-ка, обвал. А, ну Сенши же он такой полукаменный. То есть что ж он промахивается? Ладно, Георадос зарешает, наверное. Да, укрепляйся, тебе это не поможет. Сейчас один укус и все. Лишь бы не промахнулся. Не. Все четко. А, Эконс? Против Эконса... Ну-ка, пусть Джадут еще подкачается. Покемон ДБ? А, это ты имеешь в виду, типа там... ну там, эффективность там разных стихий, вот это вот? Не, я это не буду юзать. То есть, если как бы кто-то подскажет, я не против, а специально смотреть не буду. Единственное, что я смотрю, у меня покедекс русский открыт тут на планшете. То есть, я когда встречаю нового, теперь буду читать, ну что это. Потому что тот покедекс в игре, он полностью, его можно прочитать только когда именно поймаешь покемона. Поэтому я читаю с сайта. И плюс у меня тут еще есть страничка, на которой... Так, сейчас мяу-то выпущу. На которой карта этой игры, и там написано, как, в какой локации какие покемоны водятся, то есть можно поймать. Джимбаку он промажет. Ну, Тор, нельзя же одного только качать. О, кстати, джекпот надо попробовать. Я так и не пробовал, он выучил. Ну, как-то не очень. Повсюду рассыпались монеты. И к чему это? То есть эти монеты как-то его дамажат или что? Энциклопедия покажем покемону. Ну, это по сути вот, покедекс у меня открыт. Сейчас скажу, даже сайт. Pokeliga.com. Так, ну-ка, разрубание давай. А, ну-ка, давай укус. Ну и, наверное, когтями уже добьет. Хотя, не, ладно, 10 здоровья, не буду баловаться, пусть еще укус. Мяут не очень? Ну, не знаю. В принципе, вроде нормальный, кстати. Невозможно, да что невозможно? А кто тут водится, интересно? Так, сейчас. Так, это, а тут локацию можно где-то посмотреть? Стоп, где я нахожусь? А, ну, наверное, в Атласе, да? А, то есть, вот это то, что ты говоришь, это лучше, чем вот то, что я смотрю? Ну, я тогда потом, наверное, к следующему стриму посмотрю. Сейчас я куда-нибудь запишу себе. Быстро-быстро. Так. Покемон ДБ, да? Ладно, записал. Потом гляну. Так, сейчас я посмотрю, кто здесь водится у нас. Девятый путь. Ратата, Спиру, Экон, Сенши. Ну вот если бы Сенши поймать. Но мне кажется, он что-то мне не попадается он тут. Ну ладно, один бой проведу. Потом пойду подлечусь. Не, ну это понятно. Давай угли сразу. Нормально. Не, надо пойти в покецентр уже. Так, где-то тут сверху объезд. Ой, это у меня крестовина опять глюкнула. Ну ладно, придется сжечь змею. Где тут
Вот он, Pocket Center. Немножко считерили. Это что же это? Крестовина не очень вообще. Постоянно жму там влево или вправо, а нажимается случайно вверх или вниз. Ну вот я мяута с собой ношу. Из-за того, что у него разрубание я выучил. А так, может быть, кого-нибудь еще бы взял. Не, ну вот реально Сеншу бы я поймал, но... Не знаю, почему-то не попадается. Ну, это Эконс. Ну-ка, Манки сможет что сделать? Давай когтями. Мне кажется, это не очень. А, не, когти эффективнее, чем удар низом? Интересно. Ну, давай еще когти. Главное, не это. Чтобы он опять не лег. Но я думаю, добьет. Ну, все. О, манки 11 уровень, наконец-то. Но там до эволюции, по-моему, еще долго. О, карате изучают. Ладно, пойду дальше, посмотрю, что есть. Вот так, с тобой я не дрался еще, по-моему. Или, а, нет, дрался, да? А вот с тобой. Думаешь, ты круче всех? Мяут. Ну-ка давай карате, новая атака. Оу. Так, ну ладно, потом, в другой раз. Ну-ка давай парус. Ух. Так. Когти. Так, ну ладно, опыт ты получишь достаточно. Джадут. Что там? Давай обвал. Оу, довольно-таки эффективно. Ну ладно, придется Георадосу. Че уж теперь. Вот. Так, кус. Даже укус потратил меньше половины. Ну, третий укус добьет. Ничего себе, меня вот эффективный. Даже Георадоса там двадцатку, не, почти 30 потратил. Джаду 13 уровня. Отлично. И все, у тебя что, один покемон, что ли? Так, путь номер 10. Сейчас посмотрим. Путь 10. Здесь можно Волторба найти. Сенчер найти. О, это бы я нашел. Так, а что у нас тут? Пути центра нету? Ой!
А, фух, я думал, я назад не вернусь. А во, пути-центр есть, все, отлично. Значит, можно ловить. Посмотрим. Не, Эконс не очень. Ну-ка, два краты. Как-то так. По-моему, обычные когти будут эффективнее. Да. Продолжай теги прописывать. А какие теги ты прописываешь? Вот именно которые ютубовские теги, вот внизу там типа пишешь там, ну, типа там 2D, игра, там, да, дно, кап, там, ну какие-то, то есть, чтобы можно было найти, да, удобно. Я только ставлю там автоматические теги, типа, мне предлагают постоянно, ну, если, например, покемонов выкладываю, то мне предлагает покемон, там, видеогейм и Game Boy Advance платформ. И все другое. О! Во-во-во, Волторп. 16 уровень. Так, ну давай попробуем на тебя карате. Надеюсь, не убью. Да не, наверное, неэффективно вообще будет. О, и как еще как эффективно. Так, надо теперь Пареса. Так. Я не знаю, попробовать уже поймать его? Нет, наверное, высвободится. Ладно, попробую когти, я думаю, не убьет. Так, все, можно ловить. Покебол. Отлично. Валтор пойман. Волторп – шаровидный покемон. Малоизученная форма жизни. Говорят, что Волторп любит применять виск и самоподрыв. Ну-ка, 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 сразу сейчас возьму, посмотрю. А, что-то я затупил. Вообще-то мне лечить еще не надо было, ну ладно, хуже не будет. Так, а ты что тут? Понятно. Ой. Эквивалент бомбы из FF? Ну, почти только электрический. Так, двигать. Скажу честно, меня Парас достал. Все, не хочу его видеть больше. Волторбик, давай-ка посмотрим. К тому же это был Волторб 16 уровня, not bad, уже прокачанный, можно сказать. Так, какая-то пещера. Так, ну сейчас еще пару боев, вдруг Сенша попадется все-таки. Вероятность, что Сенша попадется, тут написано 25%. Но почему-то я его сколько не пытаюсь, мне не попадается. Так, сразу Волторба выберу, мне интересно. Такой здоровый покебол просто. Из покебола покебол вышел. О, ну-ка, а виск что делает? Виск? А, защиту снижает, понял. Волторба можно отравить? Ну ладно, заряд понятно, ну пусть заряд будет. А что это такое? Я думал, это типа электричеством это. А он накапливает заряд. Ну ладно, толчок. Понятно. Тупо удар.
Вообще непонятно, как может этот шар сделать толчок. Ну ладно. Звукоудар. О, это было нормально. Ну-ка, ты посмотришь. Так. Но он с ядом, ладно, придется в покецентр отгонять. Я не буду эти платные бутылочки использовать противоядием. Ну а смысл, если тут покецентр прям под рукой. Правда, конечно, надоедает после каждого боя, ну если меня отравляют, то ходить. Ну, как бы. Если бы тут деньги можно было фармить на диких покемонов, то было бы не вопрос. Но тут можно их фармить только на тренеров. О, а тут Волторг не редкость, я понял. Так, ну-ка давай-ка карате. Ой, он накапливает заряд. Сейчас как бомбанет и манки просто валяются. Ну-ка удар низом. Но он походу бомбанет. О. Ну-ка. Так, против водного электрический тип, по-моему, эффективен должен быть очень. Так что поставим-ка мы Джиадуда. О, точно. Он вообще не должен ничего сделать. Да, ничего не сделал вообще. Половину жизни потратил. Ну и все, Джиадуд лежит. Ну тогда Чермиллион. Ну-ка давай-ка мега коготь. О, я думал добьет. Ну я не прокачан, да, но качаться скучно. Даешь сложные бои, когда ты не прокачанный. Там нужна стратегия и все такое. А не то, что как ты в финалке перекачался и идешь на пролом просто. Кто тут? Да 5 Волтор, ты ну. О, 17 уровня Волтор даже. Ну давай Волтор против Волторба. У меня на уровень меньше. Так. Заряд. Заряд. В восьмой финалке дебафы на боссов, на некоторых действуют. Я хочу заряд это, чтобы бомбанул. А чё, Тор, какую ты следующую игру там будешь тренировать? А, или ты все эти ракушки там, да? Пытаешься пройти. Ну что-то он, в общем, не, по-моему, не собирается взрываться. Ладно, последний удар. Последний раз делаю заряд. Битва двух заряжающихся. Толчок. А, третьего круга. Ага, только у меня нету электрической атаки. Звукоудар, это же не электрическая, а звуковая, вероятно. Еще звукоудар.
О, манки 12 уровень. Ладно, нет тут сенсу, значит нет. Да, я тоже думал бомбанет, ну ладно. Так, далее. Что у нас тут есть? А, ну, ты понятно. Я несколько раз была на стадионе, но все разы проигрывала. И сейчас проиграешь. Кстати, Мамодин, привет. Пикачу, 20 уровня. Ну, я думаю, манки сейчас сольется. Ну ладно, давай карате попробуем. Ну, нормально, но я думаю, манки надо убирать. Так. Ну тут... Ну пусть Мяут попробует. Конечно, если что, Чермелион есть и Гирадос, но... Как бы... Ладно, пусть попробует джекпот. О, нормально. Вот какой... Я не понимаю, для чего вот написано... Повсюду рассыпались монеты, то есть... Эта информация такая важная? Или это просто как бы вот для фана? Ну... Да, у меня есть Пикачу. Так, толчок. Но у меня Пикачу слабый. Я его поймал на третьем уровне. Но правда прокачал, но не очень сильно. Покемон для фарма денег. А, я не понял, а в чем там фарм? Он же сколько кидает денег, столько и забирает. Так, Клафери. Заменить покемона? Да нет, пусть попробовать Джиадут еще. Какой там уровень такой, Фэри? 20-й? Ух ты ж. Обвал. А. Что значит становится центром внимания? Ну ладно. Толчок. Опа. Ну и ладно. Промахивается. А, вещи, да, приносят это халяба. Но что с этими вещами делать, я пока тоже не понял. Я их вроде есть не могу. Ну и смысл вообще есть их. Или это типа как аптечка работает. Я просто как-то почему-то не вникал в это еще. А, продавать, блин, все банально. Надо же, Джиадут затащил в кафере. То есть, значит, о, Джиадут 14 уровня. То есть, значит, все-таки фармить деньги можно с дикими покемонами, получается. Ой, после всех тренировок. Ну, 400 рублей, неплохо. Еще собираю 90. Так. Горный тоннель. Обходной путь в Лавендер Таун. Так. Горный тоннель. О, сейчас мы там поймаем. Ну-ка. А тут магазина-то нету. А, тут... Клафери метроном не взял, просто он не знает метроном на, по-моему, на этом уровне. Так, кто-то мне сказал Пикачу брать. Типа там в этой пещере, что ли, пригодится. Сейчас посмотрим. Так, у меня есть Клафери 12 уровня. А, ну на 20-м то может уже и знает. Так, Пикачу у меня 12 уровня. Так. Ладно, так как сейчас не прокачка, а, можно сказать, серьезное прохождение пещеры, поэтому всякое дно мы оставим, наверное.
Ну вообще, мне кажется, Клафери бы неплохо прокачать. Не эволюционировать в Райчу до 50 уровня? Интересно, почему? Не, ну в смысле, я помню там по аниме, типа, ну... Он атаки, что ли, дольше учит, если он Райчу или что? Так, забрать Пикачу, да? А зачем у меня два электрических покемона? Или тогда Волторб выкинуть? Но у меня Пикачу 12 уровня, а Волторб у меня 16 уровня. Но у Волторба, правда, нет электрических атак. Сейчас пока что. Еще у меня есть Дактрио 29-го. Баттерфри 11-го. Пиджиота, кстати, неплохо тоже. А еще этот Дроузи. Ну, в общем... Так, стоит. Нет, я не хотел выходить. Ну да, я же Волторба только что поймал, вот та 16 уровня. Ну тогда я Пикачу, наверное, оставлю, да? Или Волторба оставить. В принципе, можно и прокачать Пикачу. Тем более, у Пикачу уже атаки там, по-моему, выучены какие-то. Так, ну Ретикей 20-го, наверное, не надо. Ладно, наверное, возьму Клефери. В принципе. Я просто не знаю, какие... А, ну если там в пещере Оникс, Джадут, Мачоп, Манки Зубат... Так какие же-то электрические? Мне водные нужны. Против Оникса, Джадуда. Так, ну... А, воздушный, по-моему, тоже дно против каменных. Так, сейчас надо подумать. А, у меня Глум есть. Вот Глум, наверное, можно взять. Ого, Волторб лучшая атака. 250 урона. Ну, у Пикачу там тоже, по-моему, да, есть, наверное, это хорошие атаки. А, учится через ТМ. Не, Тор, это ты там что-то понапридумывал челленджи? Нет, у меня такого челленджа нету. У меня даже нет челленджа просто поймать всех. Так, побольше хочется поймать, но не всех. Тандер, это, наверное, что-то крутое, видимо. Ладно, думаю, такой состав оставлю. Пока что. Посмотрим. Так, они все там здоровые? А, не. У меня вот потраченные. А, Волторб не очень. Непонятно. Так. Но я его оставил. Так, у Мяута там вещь какая-то взять. Черендж фрукт. Он всегда находит черендж фрукт. Так, и по умолчанию тогда поставлю Пикачу. Пусть прокачивается. Ну, правда, против каменных это будет совсем не очень. Так, а покеболы у меня есть. 9 штук, нормально. Еще грейтбол один. А то мне надо поймать Оникса и Мачопа. Горный тоннель. О, темно. А, у меня есть это. Стоп. Сейчас. Так. Сумка. Контейнер. Так, стоп. Вот, свет. Так, кому же это дать тогда? Клафери? Или Мяуту? У Мяута всякие бесполезные атаки, там, он разрубание. А свет вообще, это же как атака, он что делает? Я даже не знаю. Ну, Пикачу явно нет, у него, наверное, будут потом там мощные атаки.
Наверное, Клафери можно дать, все равно там. Кроме метронома там особо ничего такого не будет, наверное. Так, а что у него тут написано, еще будки атаки есть. Пинок. Рык снижает атаку, бис. Песень усыпляет. Ну я думаю, вон рык можно заменить, нафиг он нужен. А это свет, это ослепить врага вспышкой света. Снижает меткость, а здесь снижает атаку. Ну и пускай. Все, забывает рык. Прикладываем диск к голове. Все, выучивает свет. Теперь покемон. Клафери. Свет. О. Прямая загрузка в мозг. Стоп, надо эту возможность поставить на селект, наверное. А, нет, у меня на селект велик, ну ладно тогда. Так, вот здесь кто-то водится по-любому. Манки? Ну не, манки не надо. 16 уровня, неплохо. Ну, Пикачу, давай что-нибудь. Раскат грома. Парализован. Электрошок. Ну, как-то так. Средний по эффективности. Быстрый удар. Ой, это еще хуже. Ну понятно, электричество в принципе эффективно, просто Пикачу слабак пока что. Ну так как он парализован, я думаю, можно пока его побить. Электрошок. Удар низом. Все. Ладно, кто добьет его в Клефери. Так. Чё там-то? Пинок. Так, давайте... Что-нибудь интересное. Так, это что, спрей? Нет, Джатут у меня уже есть. Так, ну пик... Ой, Пикачу не очень, поэтому... Глум. Глум затащит по-любому. Электричество ослаблено. Какая потеря? О! Так, ну сейчас еще немножко поезжу. Хотя пещера по-любому не такая же короткая, думаю, так и так попадется, наверное. Оникс там. Мачоп. Так, не, Пикачу, ты уже все слит. Дренаж. Нормально, ваншотом. И здоровье полное. Тут кто? Зубат? Ну нет, Зубат у меня тоже есть. Против Зубата выходит... Гиарадос. Так. Запугали.
Укус. Ваншот. Почему YouTube коверкает мое название? Ему сколько мне нравятся и точки. Не знаю, вроде бы не видел таких ограничений. Битва покемонов, начали. Что за придурок? Покеманьяк Эштон. Кубон. Какого-то типа. Глум порешает. Так, дренаж. Нормально. 23 уровень, нормально. Лобовой удар. Ну, тоже, в принципе, не слабо. Но все-таки не очень. Так, ну и все, дренаж. Надеюсь, у него кто-то еще посильнее есть. О, Пикачу 13 уровня. Да, кстати, я совсем забыл. Кубона-то мы первый раз встречаем. Сейчас почитаем. Так, сейчас. Кубон. Так. Этот покемон никогда не снимает костяного шлема, поэтому никто не видел его настоящее лицо. Ну ок. Род монстры. На 28 уровне эволюционирует кого-то там. В Маравака. Ясно. Ладно, далее. О, Слоу. Ну давай, против Слоупока выходит Чермиллион. Угли. Что-то угли не очень эффективно. Омега коготь. Омега коготь, в принципе, нормально. Не, вообще не особо нормально такого другого. Ну-ка, мяуц. Что-нибудь сможет сделать 18 уровня против 23-го. Причем Слоупок еще по сути не нормальной атаки-то не нанес. Джекпот. А он, я забыл, что он умеет. Там водные, да, атаки, наверное. Ну-ка, разрубание. Ладно, я вспомнил, что хотел посмотреть. Клафери, но у него же новая атака, это... Водно... Ну и да, водно-психически. Но, по-моему, же он особо психически становится только когда Слоубро, разве нет? А так он просто Слоу. Свет. Меткость снизилась. Промахивается. Ну-ка, давай пинок. Понятно. Ну, да, то есть, по сути, Слоубро норм, а Слоупок не очень. Хотя, в принципе, вроде бы мне попадался уже Слоупок, ну, не дикий, а с тренером. И вроде там были норм атаки, мне казалось. Или опутаю.
А, вот водомет. Ну, водомет. Водомет против Георадоса, это прикольно, конечно. Укус. Потрачено. Все опыта почти получили. Конец игре. 1104 рубля. Нормально. Так. Вот, вот, мачок. 17 уровня. Ну-ка, давай-ка. Так, кого поставить? Георадос вдруг убьет. Глум, наверное, неэффективен. Чермиллион. У всех слоу, скорость, УГ и всех истребителей у меня будет. Ну, логично, что у слоу, скорость, слоу. Так, ну-ка, мега коготь. Нормально. Ну-ка, давай просто коготь. Ой-ой-ой, так. Я думал, он уже сейчас его все потратит. Покебол. Поймана. Doing the C1 own. А, это, наверное, клаун. Привет. Мачоп, мускулистый покемон. Его тело сплошные мускулы. Несмотря на маленький размер, Мачоп может поднять 100 взрослых человек. Так, отлично. Нам осталось поймать в этой пещере Оникса. В принципе. На этом этаже. Да. Так. Ну, Зубат, в принципе, вообще ни о чем. Хотя, надо, наверное, пойти в покецентр. Что-то у меня уже какие-то они все немножко под такие дохлые. Вопль. О, как много потратил-то. Укус. Крепкий зубат. Так, еще укус. Но он уже истекает кровью. А, все, кишки наружу. Так, я не знаю, пойти все-таки в покемон-центр или нет. Что там у меня, совсем плохо? В принципе, три живых, есть зелье. Так, ну ладно, тогда, в принципе, пойду, наверное. Сюда. Так, ну давайте, где Оникс? Тут еще на нижнем этаже Грабблер может попасться. Манки 17 уровня. Пусть выходит Георадос. Так, резкие удары, но это вообще не очень. Ну даже три подряд все равно не очень. А вот укус тоже не очень. Но я думаю, можно закусать. Так, ну ладно, будем закусывать. И еще укус. Все, один остался.
О, замирает от страха. Ну и все. Немножко опыта. Так, вот я что? Дома я хорошо рисовал покемонов. Так рисовать и драться ими — это не одно и то же. Опять покемоньяк. Винстон. Опять слоупок. 25 уровня. А у меня 70 мегабит. Ну, в мегабайтах. Блин, посчитай. Ну, короче, почти 10 там. 9 с чем-то, да? Так. Пусть выходит. А, ну я радуюсь же, да. А, ну кстати, вопрос насчет скорости, это я имею в виду, какой у меня вообще, в принципе, канал интернета. А сам поток сейчас идет, если про это был вопрос, то 1,5 мегабита. Не, 1,5 мегабайта или мегабита, я уж сам запутался. Ну, короче, в OBS внизу пишет, вот сейчас 1600. Ну, там оно колеблется. Че, у него был только один слоупок? Ну, как же он со слоупоком ходит по пещере? С одним только. О. Не, я понял, чтобы найти Оникса или Гравелера, мне нужно ходить по песочку. Ну не по песочку, а наоборот по этой грязи. Чермилин пусть выходит. Ну, в мегабайтах, я говорю, если поток, то где-то чуть меньше 10. Так, мегапинок. Отлично, ваншотом прям. Пикачу 14 уровня. А хз как разделить на 8? Так, эликсир. Так. Ну пусть опять Чермиллион выходит. Пикачу вообще не дерется, но уровень растет. Нормально ему. Оу. Сходит с ума. Угли сможешь без вмешательства? Нормально, прошло. Когти. Все, готов. Я редко сражаюсь, но с тобой сражусь. Водишь? Ну, все правильно. Так. Ну, учитывая, что там еще могут быть эти... У провайдера там может быть блокировка нечеткая, может быть иногда наоборот загружен канал. Ну, то есть так-то, в принципе... Так... 6 на 8, да, у нас? Почти 50.
Так что примерно сходится. Отравили Георадуса, но вообще наблёшь. Смелый. Не, надо придется антидот вводить. Потому что я далеко все-таки от противоядия называется тут. Так, ну давай еще укус. Приманивание, ловкость снизилась. Укус. Готово. Так, бульбазавр. Да, хочу заменить. Против бульбазавра Чермиллион. Какого уровня бульбазавр? 22-го. Отлично, у меня больше уровня. Угли. О, классно. Отравление. Сработало. Ну ладно, вначале надо дожарить. Все. Зря я так. Сумка. Так, где у нас противоядие? Да, Чермиллион выздоравливает. Давай, где Оникс? Оникс, Оникс, Оникс. Да ну, манки-то не очень. Против манки будет выходить у нас Георадос, правда его надо, наверное, все-таки подлечить. Дарнизом. Так. Ладно, придется прямо сейчас подлечить. Супер зелье. Нормально. Ну ладно, резкие удары вообще ни о чем. Укус. Да, я забыл, что это тоже не особо эффективно. Ну ладно, главное вылечили Георадуса и пусть пока валяется. Глум. Но это будет, наверное, не очень эффективно. Так, дренаж. О, кстати, нормально. Давай еще дренаж. И, наверное, заодно восстановит себе здоровье. А чё, манки считается каким-то каменным, что ли? Вроде же это типа боевой или что-то вроде того. Почему так эффективен глум? Ты знаешь, что такое косплей? Ну, типа того. Стив. Чермандер. Ну, как у него Чермандер до 2 уровня? Он что, его держал в санатории в этом, что ли? Просто глум имба? Ну, понятно. Давай Георадус. Ща потушим пламя твое.
Укус. А, не, как не потушим. У нас водных атак пока нет. Мега коготь уже выучил. А вот как неэффективно-то. Укус. А, вот это эффективно. Промахивается еще. Ну, в общем, он слился. 22 уровень, такое дно. Кубон. Да не, не буду менять. Укус. Еще укус. И еще укус. Ну и последний раз укус. О, Герада 22 уровня, наконец-то. Но ему вроде бы эволюционировать-то больше некуда, но новые атаки должен выучить. Вот так-то. А чё вот так-то, если ты проиграл? Ну ладно. Так, давай еще один бой тут проведем. Манки опять. Я сейчас знаю, как я сделаю. Побег. И еще бой. Тут еще побег. О, хорошо, что побег успешен, а то бы Пикачу бы слился. Ну давайте другого. Матчоп у меня уже есть. Ну ладно, порешаем матчоп и идем дальше. Что там, я не помню, кто эффективен там был. А, Глум, по-моему. Дренаж. Ну так себе. Но зато себе пополняет, так что можно не беспокоиться. Критическим ударом отнял 9. А, не 9, 11. А сколько я восполнил? Нормально, в принципе. Еще дренаж. Почти что восполнил. Последний раз дренаж. И как раз таки у меня полное здоровье, а у него ноль. Поехали дальше. Так, что тут у нас? Джадут. Глум, решай. Ваншота требую. Дренаж. Отлично. Пикачу 15 уровня. Но это уже нормально. Во, пытается учить раздвоение. Да, заменить. Итак. Раскат грома у нас парализует, а рык снижает атаку. А раздвоение повышает ловкость. Я думаю, раздвоение это довольно-таки неплохая атака, и можно вместо рыка поставить. Вуаля, забывает рык. Пикачу выучит раздвоение. Так, ты кто? Мой покемон заставит тебя рыдать. Посмотрим. Что же у него там за покемон? Ален. Ну давай. Джиадут? Ну и чё? 25 уровня? Ну... я думаю, Глуму не страшно. Ну вообще да, неплохо у него.
Так, дренаж. Только скоро дренаж закончится, углом, вот это вот проблема. Да, заставил рыдать. Неплохо опыт это. Твой покемон сильнее моего. Так, а ты что тут? Покажи, чего ты стоишь. На. Показываю. Эрик. Мачоп. Курин. 20-го. Ну, в принципе, Глум продолжает свое дело делать. Тренаж. В общем, я так чувствую, закончится дренаж. Осталось 6 раз. Так, не очень эффективно. Дренаж. Надеюсь, там уже выход из пещеры близко. Сейсмобросок? Да ладно. О, неплохо уже. Дренаж. Все. Готов. О, Глум 24 уровня. Химикаты атака. Ну-ка, ну-ка. Так, химикаты. Сила 40. Прыснуть на врага едкой кислотой. Есть шанс снизить защиту врага. А, ну, как-то не очень. И отравление, удары наносит, усыпляет. Не, мне кажется, эти химикаты не нужны вообще. Да, не изучать химикаты, да. Оникс. Нет, не хочу заменить. Я думаю, дренажа мне должно хватить. Давай дренаж. Ой, манкомат, я теперь сменить не могу. А, ну и не надо. Десятку. Так, тут у нас ничего нету. Привет, Снап. Так, опять же идут. Пусть Георадус выходит. Потому что у Глума уже заканчивается дренаж. Не хочу тратить на просто диких каких-то покемонов. Довольно-таки эффективно. Ладно, укус. О, нормально. Дрожь земли, 8 баллов. О, неуязвим, отлично. Укус. О, исчерпан укус. Толчок. Понятно. Герадос, вся. Ого. Ладно, тогда все-таки Глум. Надеюсь, это выход из пещеры. А то у меня уже все заканчивается. Ну-ка, давай просто семенами. Отлично. Так. Нет, это еще не выход. Так, тогда, наверное, надо все-таки полечить кого-то. Суперзелье. Полечим Чермиллиона. Так. Полечим
Герадуса. Хотя у него нет укуса, но в принципе у него есть это толчок, он в принципе тоже может быть эффективен. И может быть еще мяута. Так, посмотрим, что это тут. Этот тоннель очень длинный. Оо, это меня не радует. Джаду 19 уровня. Ну. Чермиллион. Так, угли. Нормально, половина. Ой, 9 баллов. Печалька. Да, печалька. Глум. Надо было Дактрио брать с собой. Как бы как запасной план. Как, ну, типа, на всякий случай, семена. Ох, ты ж как эффективно-то. Так, еще Джиадут? Да нет, ладно, не буду менять, буду семенами добивать. Такой же абсолютно Джиадут, зачем ему два одинаковых? О, почти ваншот. А, у него два атаки сразу. Нормально. Еще Джиадут. Опять такой же. Семена. Критический удар. Мачок, вот это уже что-то интересное. 19 уровня тоже, семена. О, вот это уже не так эффективно. Но критический удар все равно неплох. Ну я думаю, еще одни семена его добьют. Да. И Глум абсолютно честно берет 25 уровень. Весь бой затащил. Так, слева или право? Ну, он слева пойдем. Так, Зубат. Не, Зубат, давай мимо. Пойду вот здесь. Что тут у нас? Манки. Это не то, что я хотел увидеть. Так. Ну, опять же, Глум. Семена. Ну, так себе. О, вот с критическим это очень круто. Прям реально намного сильнее. А, ну давай еще семена. Почему же Оникс не хочет попадаться мне? О, Пикачу 16 уровня. Вообще не дерется, просто уровни сидит, получает. Хм, похоже, я заблудился. И что, это значит, надо драться? Ну ладно. Оливер.
Вот он Оникса где-то нашел. Ну давай, Глум. Оникс промахивается. Ну ладно, семена. Ох, как классно. Все, готов. Еще Оникс. А, не-не-не, не хочу заменить. Ну, еще семена. А что он сделал? Защиту снизил. А снижение защиты, я так понимаю, действует в течение только одной битвы, да? Вот, то есть он следующего покемона выпустил, уже это не действует. Или оно действует именно до конца матча? Непонятно. Давай семена опять. Готов. Что я делаю? Как выбраться отсюда? Во. Трос. Pink Nightmares. Какая-то имба, ты про что? А, про Глум? Ну, да, имба как имба. Тебе следовало бы относиться ко мне с уважением, а я че? Ну, имба-то имбой, но только мана-то заканчивается, ну или как это называется. Короче, количество атак. А пещера еще пока не закончилась. Ну там, правда, вон лестница какая-то, возможно, это выход уже. Давай-ка дренаж, потому что надо здоровье восполнить. Ваншот. О, Гравелер. Это Гравелер это из Джиадуда, да, вроде бы эволюционирует. Значит, мне, в принципе, ловить его не обязательно, достаточно прокачать Джиадуда своего. И да, мы Гравлера встречаем первый раз, поэтому надо прочитать, что он из себя представляет. Гравлер перемещается, скатываясь по наклонной поверхности. Он перекатывается через любую преграду, не замедляясь и не меняя направления. Not bad. Глум 26 уровня. А Глум вроде бы дальше не эволюционирует без камня, насколько я помню. Так, ну-ка еще одну битву здесь приведем. Нет, Оникс не хочет выходить. Ладно. Давай, Георадус. И я укус... А, нет, укуса не могу использовать. Ну, толчок. Промахивается. Так, ну давай еще толчок. О, вот, ничего себе, толкнул, так толкнул. Толчок. Ладно, пойдем.
А, не, мы опять не спустились. Так, где тут что? Опять же тут. Может, надо что-то специально сделать, чтобы Оникс вышел? Или у нас только редкий? Непонятно. Тут написано, что Оникс... А, вообще-то да, он 5%, что он выпадет. Вот ведь не очень. Семена. Ну, нормально. Ну, это 16 уровня Джадут, понятно. Опыта тоже мало за него. Тупик. Семнадцатого уровня. Так. Ну и выходит, как обычно, Глум. Вот сейчас Глум-то прокачается. Ну, уже прокачался. А, давай семена. Ваншотом. По 104 очков опыта. Так, опять тупик. Манки 16. Так, Глум, по-моему, не очень эффективен, но попробуем. А вон, пусть Мяут выйдет. Давно не выходил. Разрубание. Нормально. Ой, ну его резкие удары эффективны, сейчас добьет. А, нет, не добил. Надо менять Мяута. Герадос. Злой взгляд на Георадоса подействовал, ну ладно. Толчок. О, нормально. И еще толчок. Все, упал. Очень мало опыта всем дали. Так, пожалуй, велик я уберу. Это слишком неудобно перемещаться по этим поворотам всем. Знаешь секрет, как не заблудиться в горах? Можно сделать пометки на дороге из гнутых прутьев. Полезный совет. София. Джиглипуф? Ну, я даже не знаю. Георадоса выпускать? Бедный Джиглипуф. Правда, он 21 уровня, что-то стрёмно. По-моему, он испугался. Укрепление. Ну-ка, толкнем Джиглипуфа. Ну, кстати, что-то он стойкий довольно. Ну-ка, толчок. Еще толчок. Я не думал, что Джиглипуф такой крепкий. Толчок. Плюс он укрепление постоянно использует. Еще толчок. Он еще выжил. И последний толчок. Все, готов. О, Пикачу 17 уровня. Он уже 5 уровней прокачал в этой пещере. Пиджи? Да, хочу заменить. На Пиджи пойдет Чермиллион, только надо ему здоровье дать. Пиджи 21 уровня, это плохо. Так, суперзелье. Так, быстрый удар.
Давай угли. О, жареная птичка. Так, ну что, ты не выпадешь, что ли, еще раз углями? Ой, тут ты издеваешься. По-моему, он уже ничем не попадет. Ну-ка, мега-коготь. Да. А вихрь эффективен, да? А, не, не очень. Ну давай, угли, попади. Есть. Мяут? Нет, не буду менять. Лишь бы он не промахнулся, Чермелян. Мяут 21 уровня. Ну-ка, давай мега-пинок. Промахивается. Еще раз мега-пинок. Попал. Ох, ваншот. Не повезло мне, ну да. Так, что у нас снизу? По-моему, надо было вначале наоборот посмотреть, что сверху. Хотя тут непонятно. Так, ну против Джадуда мы уже знаем, кого выбрать. Блум. О, 9 баллов. Это плохо. О, а, ну кстати, еще это вообще не особо. Дренаж. Ой, там дренажа осталось, по-моему, 4 штуки, что ли, не обратил внимания, ну, в общем, очень мало. А, думаешь убедить меня? Конечно. Дадли. Джиадуда убирает опять. 21 уровень. Так, ну чё, глум? Ну, загрязнение нам не страшно. У нас электричества нет. Семена. Еще один Джиадуд. И еще одни семена. По-моему, семена уже тоже заканчиваются. .387 опыта, неплохо. Гравелер. Да нет, не буду менять. Надо уже добивать. Так. 14 раз еще могу использовать. Ну давай еще семена. Крепкий. Но недостаточно крепкий. .603 опыта. Глум 27 уровня уже. Как у бога. Сейчас я посмотрю все-таки, на каком у нас уровне глум эволюционирует. Или только камень обязательно нужен. Так. Глум. Так, глум. Да, нужен камень. Обязательно. Либо травяной какой-то там листик, либо солнце какое-то. Так что... А уровень нужен... А, уровень вообще никакой не нужен. То есть без разницы, могу хоть сейчас эволюционировать, был бы камень только. Так что... Идем.
Сколько же вас тут еще будет? Ну, Глум опять. Семена. Ой, дренаж уже все закончился полностью. Ну, зелье-то еще есть, в принципе, но. Зелье не тратит здоровье врага. У тебя есть Покедекс? Я тоже хочу. Это что, гоп-стоп, что ли? Купер. Опять слоупок. Так, ну... Ну-ка, рискну-ка я... Электрошок. Суперэффективно. Смятение. О, все, рискнул. Давай-ка Чермиллион. Угли. А что-то вообще неэффективно. Но зато обожгли. Слупок горит. Мега коготь. Нормально. Обугленный слупок валяется. Еще один слупок? Нет, ладно, не буду менять. Давай сразу мега коготь. Ой, а че ж так неэффективно-то? Да, вот вода это эффективно. Мега пинок. Во, вот это, кстати, классно. Да, что-то уже со здоровьем не очень. Давай угли напоследок. Не очень эффективно, но потратила нормально, кстати. Давай еще угли. Все. О, Чермиллион 28 уровня. Еще слопок. Да, наверное... Не, ладно, я не буду менять. Но вылечить придется Чермиллиона. Суперзелье. Да, а то сейчас был он уже был им очень мало. Ой, не, не сумка. А, давай-ка все-таки угли. Толчок. Мега пинок. Отлично. Так, ну еще угли, я думаю, добьет. Готов. Нет, как я мог. Так, тут лестница, значит, мне вначале надо вниз. Мачоп. Так. Глум. Что-то мне кажется, все-таки мне придется возвращаться из этой пещеры, телепортироваться. Семена. Давай критический, да. Семена.
явно не докачан я для этой пещеры, ну, по крайней мере, ну, то есть именно из-за едины. Так-то я вроде бы всех покемонов-то кладу, но из-за того, что их много. Макси эфир я нашел. А что такое макси эфир? Спрашивается. А, во-первых, у меня есть эфир. Я могу глуму восстановить 10 атак. Эликсир. А, есть один эликсир оживить покемона, если что. Распылитель медицинской жидкостью, это макси эфир. Полностью восстановит ПП одной атаки одного покемона. А, ну то есть возвращаться не придется, хотя жалко такое расходовать. Давай-ка глум. Так, семена. Так, снизу там что-то было еще. Так, я думал, просто убежим. Нафиг этого зубата. А, здесь всего лишь один этот тренер. Ну ладно, сразимся сейчас. Ладно, так уж и быть, Джадуда закидаем семенами. Глум. Так, семена. Пикачу 18-го уже уровня. Опасно путешествовать по горам. Можно попасть под оползень. Представляешь, огромные камни падают на тебя. Жуть, полный капут. По-моему, тебе не страшно. Хочешь попробовать использовать оползень? Да. Да, давай этому Джадуду дадим. А, Чермилион даже может... А, я Джадуду-то не взял. Чермилион может оползень использовать? Нет. У него там нормальные атаки. А что дает оползень, да? Посмотрим хотя бы. Так. Бросать во врага землю и камни. Врага можно напугать. Нет, это явно не нужно. По крайней мере, Чермириону. Ясно, ты боишься, как и все. По-любому. Давай, Оникс, напоследок, выйди. Нет, не хочет Оникс. Ну, а тогда Глум против Джадуда. Ой, 7 баллов, дрожь земли. А что-то вообще неэффективно ни разу. Семена. Ладно, выходим. Если это, конечно, вообще выход, это может быть еще и не выход. О, Оникс! Отлично. Так, надо брать. Так, используем кого-то не слишком эффективного. А кто у нас не слишком эффективный? Ну, Мяу слишком... Ладно, попробуем Мяу-то, но он, мне кажется, сдохнет. Хотя, вообще-то, Мяу от 18 уровня. Ну ладно, посмотрим сейчас когти используем. Когти.
Ага. Можно чуть посильнее атаку использовать. Укус. Вот. Мяут готов. Да, выпущу следующего. Чермилион? Не, ну он убьет его. А, у Глума усыпить, точно. Усыпление. Что-то я сразу не додумался. Отлично, усыпили. Так. Покебол. О, а как он вырвался? Он же спит. Что-то не очень. Сломал мой покебол. Так, Клафери. Ну, давай. Пинок. Что-то совсем неэффективно уж. Даже не знаю. Ну давай пинками все равно. Все, Клафери ляжет. Нет? Не-не-не, совсем-совсем нифига. По одному что ли тратит? Надо та песня, пусть спит. Лол. Опять засыпает. А, я теперь не могу сменить. Печалька. Ладно, свет. Меткость снизили. Так, так, как бы не упустить его, все-таки что же мне... Так, я не могу все сменить, я так понимаю. Да. Ладно, ладно, не пожалеть, крейтбол что ли кинуть. А вдруг даже им не поймаю. Не, ладно. Чуть-чуть помучаюсь, но лучше... Пинками тут добью. Так, берем зелье, используем. Просто не могу сменить Клафери ни на кого больше. Поэтому пинок. Пинок. Еще пинок. Ну лол. Освобождается от хома, это отлично. Ну, давай тут пусть песен. Промахивается. Песен. Да что такое? Ну, песен. О. Давай, спи. Так, все-таки я попробую еще один покебол, они дешево стоят, поэтому не жалко. У меня 7 штук еще. Да, поймал. Отлично, все, Оникс. Оникс, скальный покемон.
как правило, живет под землей. В поисках пищи он может прорыть тоннель в 50 миль всего за час. Все, Оникс телепортируется. Ну отлично, я здесь в принципе поймал кого хотел. Это не смешно, что не смешно? Ну, какие-то странные фразы у всех вообще. Лия. Беллспраут. 22 уровня. Чермиллион на тебя. Угли направит. Ой, парализует сейчас. Печалька. Ну что, угни-то сможешь? Да. Так. А где у меня нету, что ли, антипаралича? Ладно. Давай попробуй все-таки угли. О. Ну все, ваншот. Клафери. Да не, не буду менять. Угли. Что-то все-таки не очень понимаю, для чего атака вот эта вот возможность типа становится центром внимания. А куда здесь еще смотреть, кроме как на Клафери? Угли. Жги, ох ты. Жги, Клафери. Готов. Здесь так темно. Так, у тебя есть покемоны к бою. Давай. Ариана. Пиджа. 19 уровня. Ну, это так. Хотя, кого выбрать-то? Глум? Что-то сомневаюсь. Видимо, добит 2 на 2. А такие будут здесь, что ли? Вект, привет, кстати. Ладно, наверное, Гиарадос. Только надо его подлечить. Ладно, лечим Пикачу. И атакуем. Ох, ты чё же он все выкидывает-то? Ладно, лечим Гиарадоса. Так, толчок. Отлично, нормально, эффективно. Ратата, какого уровня? Да, заменить, я хочу все-таки посмотреть, насколько Пикачу прокачался. 18 уровень все-таки. А, против земли... Он типа земляной же, наверное, не будет неэффективно. Ну посмотрим, электрошок. А, не, нормально эффективно. Так. Ну-ка, раздвоение давай попробуем.
Электрошок. О, да, нормально вообще прокачался. Не, подожди, заменить не хочу. Кого там выпустил-то, я чуть не заметил. А, еще ратата. Ну, мы еще поджарим. Электричество. О, гиперукус, сколько потратит. Да ладно, ваншот. Not bad. Ну все, первый лежит. А, не, у меня еще мяус лежит. Ну все, прокачка для Пикачу закончена в этой пещере. Так, Белспраут. Да не, не хочу заменить. Зачем по умолчанию пункт «да»? Я, обычно я не меняю. Толчок. О, отравление. Ладно, сейчас вначале порешаю, а потом уже яд излечивать будем. Сурово. Чё сурово? У меня он Пикачу лежит. Противоядие. Три штуки осталось всего. Даже эта пещера закончится уже. Манки. Толчок. Еще толчок. Готов. Я ищу здесь диких покемонов, ну, у меня-то диких нет, они все мои. Дана. Мяу 20 уровня. Толчок. Толчок. Мяут уже нам не страшен 20 уровня. Ходишь? Да, хочу заменить. Может, Чермиллион? Так, он парализован. Ладно, пусть Угли попробует. Надеюсь, Ходиш не зарешает его с одного удара. Понятно. Ну, давай все-таки попробую Угли. Но он не промахнется просто. А, не, попал. Все, ваншот. Пиджа. Не хочу заменить. Но только он парализованный. А у меня нету антипаралича. Угли. Отлично. Табличка. Ой, выход из пещеры, ну надо же. Сейчас надо обследовать этот. Ну давай толчками затолкаем. Дуда. Ой, вот неэффективно, надо Таглум.
И семена. Дыщ-дыщ, все. Что-то на слева, ничего. Зубат. А, интересно, насколько эти толчки Геардоса будут эффективны? Мне кажется, вообще будет промахиваться. Или нет? А, не, нормально, с одного удара. Часто тут нападают. Ну, против Джиадуда пусть сразу Глум выходит. Так, семена. Одного залпа достаточно. Точнее, одной очереди. Георада с 23 уровня, ну, наконец-то, очень медленно прокачивается. Я жду, когда там какие-то атаки такие сильные появятся. Манки. Посмотрим, что мы против манки 17-го сделаем. Толчок. Два удара будет достаточно. Жемчуг нашел. И что, что жемчуг этот? Просто продать, что ли? Жемчуг. Маленькая жемчужина с серебристым отблеском. Стоит недорого. Ну, понятно, топу бабло лежит, в общем. Фух, ура, я вышел. Итак, где я нахожусь вообще? Атлас. Угу. Так. Это по-прежнему путь номер 10. А это значит, что я здесь могу поймать... Так, еще посмотрим. А, Сентру, которого я никак не могу поймать уже давно. Но у меня там все уже побиты, поэтому... Так, во-первых, можно сохраниться, в принципе. Так, перезаписать, да. Ты кто? Я чувствую себя устала. Я давно не путешествовала. Кэрол. Пиджа? Так, ну чё, Георада справится? Посмотрим, толчок. Вполне, два удара. А, так вот он. Ну ладно, Чермиль он тоже может углями, только он сможет двигаться. Всё, промахнётся. А не, попал. Готово. Пиджиота? Да не, ладно, пусть уже та Чермилин там. Надо подлечить, наверное. Хотя не. Рискну. Угли. По-моему, зря рискнул. Не, еще пока что норм. Так. Суперзелье. Ой. Ну давай угли. Опять промахнется сейчас. Не, попал, надо же. Ну давай еще угли. Все. Чермиллион 29 уровня.
Это все из-за моей усталости, конечно. Так. Что ты скажешь? Ха-ха-ха. Джиадуда. Ну, эти мы уже знаем. Толчок. О, я и забыл, что это так неэффективно. Надо же глум тогда. Надеюсь, там покет-центр рядом. Так, семена. Оникс? Нет, не буду менять. Давай сразу семена. Он защиту усилил. Ну что, пробьют семена? Ну еще как. Забавно, ха-ха, и всегда. Что это значит? Так, там вниз можно спрыгнуть, а тут что у нас? А, ну это понятно. Ну давай с тобой чуть сразимся. А, горный воздух великолепен. Наверное. Френд. Опять Оникс. Так, выходит Глум. Семена. Неплохо. Гравилер, да? Ладно, оставим Глум. Семена. Ой, два семечки осталось. Глум 28 уровня. Еще раз сохраниться, а то что-то мне как-то плоховато немного дела с покемонами. А тут еще вот с этим, наверное, сражаться надо. Хочешь увидеть моих покемонов? Ну давай посмотрим. Что-нибудь оригинальное? Герман. Кубон. Ну нормально. Так, лечим Георадоса. Ну, не очень эффективно. Толчок. А, толчок более-менее. Еще толчок. Ну еще два раза, наверное, придется. Еще толчок. Еще толчок. Все, готово. Слоупок. Да, заменить.
Charmeleon. Угли. Смятение. Да. Угли. Опять смятение. Я все-таки не очень понимаю, что это смятение делает. О, все, угли исчерпаны. Ну тогда мегакоготь. А, бьет себя? Прикольно, вот что она делает. Мегакоготь. Оно как-то странно, почему-то не всегда действует. Опять бьет себя? Да я так себя сейчас тупо убью. А, все, Charmeleon лежит. Ну тогда Георадос. Сколько дойдет до покецентра-то их? Один? Так, толчок. Толчок. Готов. Фу, все. Ну что, там внизу какое-то здание? Что это за здание? Это не Покемон Центр. О, отлично, все, это Лавендер Таун. Облегчение. Наконец-то. Все, все живы и здоровы. А, не, посмотрим там, кого мы поймали. Оникса и, по-моему, еще кого-то, да? Так, Оникса. А, не, и все, больше... А, не, и Мачоп же, да, точно. Мачоп. Так. Ну... Даже не знаю. Ладно, все равно я пока что тут похожу по... А, не, я, кстати, знаю. Мы же сейчас там пойдем. Я тут посмотрел, там есть локация электростанция. Туда по-любому надо идти с каменными. Значит, мы... Так. Глум убираем. Нормально, Глум. Постарался. Берем... Оникса. Берем Дактрил за место Клафери. Вот. В принципе, так, наверное. Так, посмотрим, есть ли тут магазин. Ну, должен быть, наверное. Так, во-первых, вот этот что стоит? Призраки поселились в башне покемонов. Я думаю, что эти духи покемонов убиты командой R. Так, путь 8 нет. Подожди, нам город надо. Дом покемона. В этом городке погибло много покемонов. В башне покемонов часто проводят поминальные службы. Мистер Фуджи куда-то ушел. Где он может быть? В башне, наверное. Псидак. Он такой теплый, покемона так приятно обнимать. Это дом мистера Фуджи, он очень добрый. Он заботится о брошенных и осиротевших покемонах. Кто добрый дом? По-моему, неправильно фраза построена. Журнал «Фанаты покемонов». Ежемесячный конкурс рисунков. Анкета участника.
Ее нет, кот успел ее вырезать. Мультик. Полка с журналами, общество покемонов, фанаты покемонов. Лавендер Таун, благородный городок. О, магазин. Я ищу такие вещи, которые улучшают параметры покемонов. Они очень помогают в простых битвах. Икс натиск, икс крепость, икс прыть, икс специи, все такое. Не знаешь, где их можно достать? Не. Ты покупаешь эликсиры, они оживляют упавших покемонов. А, это ты покупаешь эликсиры? Такой вопрос. Иногда сразу два тренера могут вызвать тебя на поединок. В таком случае тебе тоже придется выбрать двух покемонов. Могу вам помочь? Да, купить. О, грейтбол уже можно купить. У меня 22 тысячи, неплохо. Так, вначале купим суперзелье. Так дорого. Ладно, куплю пока 5 штук. Так, эликсир. Ну ладно, купим вот столько. Противоядие. Не, подожди. Ну, купим, в принципе, 8 штук. Антипаралич. Ну, 5 штук купим. Хотя довольно-таки бесполезная вещь, потому что в бою не успеваешь его использовать, опять паралич накладывать. Антиожог. Ладно, трос. Суперспрей. Итак, грейтбол. 5 штук. Думаю, должно быть достаточно. Тысячи, да. Так, остались деньги. Покупаем суперзелье. Еще 5 штук. А! Ой, сейчас я тебе еще продам. Так. Большой гриб. 2500. Подзабирай. Так, жемчуг. Забираю 700 рублей. Вот это я не знаю, продавать или нет. Красивый красный песок. Пепел звезд. Потом тут самородок. Так, кусок звезды. Камень луны. А, не, камень луны это эволюцию поддерживает. Ладно. А где вот то, что этот находил-то? Мяут. Янтарь. А, это мне нужно кому-то принести там. Мешочек, что ли? А, вот, точно. А, тут. А, у них еще свойства есть. Разбудит покемона. Так. Вылечит покемона, носящего его от ожога во время боя. Так. Разморозит. А сколько за него дают? 10 рублей? Да не, лучше пусть там валяется. Ну и все вроде. Нет, ну в смысле купить еще на оставшиеся деньги, наверное. Еще грейтболов. Пусть 10 штук будет у меня вот раз. Ладно, пусть останется немного денег, вдруг что-то еще пригодится потом. Анкета заполнить. Приветствие. Здравствуйте.
А, странно как-то. Состояние. Интересно, что тут можно такое, это для чего-то нужно или что? Абру на кого? Ну, в общем, я не знаю, это... Что-то такое, видимо, там надо что-то знать. Ладно, вообще отменно. Так, что у нас тут еще? Домик какой-то. И не один. Привет, привет! Я официальный оценщик имен. Хочешь, чтобы я оценил имена твоих покемонов? Ну, вообще-то они там стандартные, ну давай. Чьи имя мне оценить? Пикачу. Пикачу, так-так, неплохое имя. Хочешь, дам твоему Пикачу другое имя? Ну давай. А, я думал, он предложит что-то. Нет, тогда не надо. Так. Это имя отличается от старого, но думаю, что твоему покемону понравится. Карта. Ну, карту я и так вижу. Так, ну понятно. Можно переименовать, в общем, покемону здесь. Проклятая командир, мерзкий бандит, бедная матка Кубонов. Эти головорезы убили ее, когда она пыталась сбежать из их логова. Бывает. Так, путь 12. Что тут еще? Путь 8. Какие у тебя славные покемончики. Ну давай Пикачу посмотрим, что это тут. Электрошок. Чего? Странно. Какая странная атака. Быстрый удар. Чё ж так неэффективно-то? Ладно, кто там у меня еще? Оникс. Так, что тут умеешь? Толчок. Промахивается. Так, Хомут. Чё-то он все промахивается.
Еще уснул. Ладно, пусть кто-нибудь еще выйдет. Мяут. Джекпот. И еще джекпот. Да что ж такое, все спят. Ну, Чермиллион. Угли. Давай еще раз пробуем. Да что же он? Да, и усыпит, конечно. А у меня будильников нет, вроде. А, не, есть. Так. Не, не то. Давай мегакоготь. Да что, помахивается. Вот это ловкость там накастовался Клайфери. Мегакоготь. Да. Сейчас опять усыпит, наверное. Мегапинок. Интересно. Ну что, Герадос тоже промахнется? Так, укус. И еще укус. О, промахивается. Но зато и Клафери промахивается. Укус. Ну все, наконец-то. Все, по-моему, успели поиграть, кроме Дактера. Еще Клафери? Печалька. Укус. Укус. Пока он там ловкости не накастовал, ну вот уже начинается. Укус. Отлично. И еще укус. В этот раз быстро разобрался. Хватит необижаемых Клафери. Так, там все спят, ну хотя ладно. Я ловок и быстр. Ну ладно, давай посмотрим. Надеюсь, не Клафери. Игроман Рич. А, Гроулайт. Так, Пикачу быстрый удар давай. Оу. Понятно. Герадос. Выслеживает? Это что значит? Укус давай. Крепенький такой Гроулайт. Еще укус.
Это не очень эффективно. Укус. Рёв. Оу. Ну ладно, Чермелион, давай, огонь против огня. Угли. А, он же спит. Он же спит. Будильник. Все, проснулся. Так, угли. Готов. Вульпикс? Да, хочу заменить. Пусть Георадос продолжает. Так, а Вульпикса мы видим первый раз. Поэтому надо посмотреть. Так, Вульпикс. Ага, нашел. Вульпикс. При рождении у Вульпикса только один хвост. Пока покемон взрослеет, хвост постепенно разделяется на несколько, начиная с кончика. У молодых Вульпиксов 6 превосходных хвостов. Когда покемон вырастает, хвостов становится больше. Это вначале я описание не из того прочитал. Тут же в разных этих версиях разные описания. Так. Запугали. Укусили. Да что же он прогоняет-то? Пикачу. Ну давай посмотрим. Раскат грома. Парализован. Электрошок. Раздвоение. Что еще за пирокинез? Ой, обожжен. Печалька. Меняю. Георадос. Укус. Замирает. Ну и еще тогда укус, раз стоишь. А, еще не готов. Ну-ка, давай толчок. Пикачу 19 уровня. Отлично. Георадос 24 уже. Я упустил такой шанс. 1728 рублей дают за победу, но это уже вообще неплохо. Не, ладно, пойду, надо это отнести всех в Pokemon Center уже. И вообще, туда еще рано идти, по-моему. Мне нужно хотя бы начальную электростанцию сходить. Если я могу на нее вообще пройти, потому что я пока сам не понял. Так, ну по карте она где-то сверху, по идее. А сверху там вроде ничего не было, да? Кроме пещеры. А, интересно. Ну надо там вот в эту башню сходить. Новый телескоп Пси. Узрите невидимое. Корпорация Сильф. А, кстати, с тобой не разговаривал вроде. Ты веришь в привидения? Ну, в покемонов привидений, да. Да, значит, есть сторонники. А если нет, ответить. Я так и знала. Что-то белое посреди тебя. Я лишь воображаю это. Башня покемонов. Место упокоения душ покемонов. Сохраняемся. И идем. Башня покемонов.
Я пришел помолиться за мою покойную Клайфери. Хнык, я не могу держать слез. Ты пришел почтить погибших покемонов? Какой же ты добрый. Ну не, вообще просто пришел так глянуть. Башня покемонов была построена в память о погибших покемонах. Я медиум. Я чувствую присутствие призраков в башне. Мой Гроулайт, почему ты умер? Это я велосипед пытался вызвать. А как он мне это вообще сказал? Кладбище в здании? Ну как-то это странно довольно. О, да это же... Гарри! Привет, Эш! Ты что тут делаешь? Твои покемоны умерли? Эй, они живы! Сейчас они упадут к бою. Давай посмотрим, что там у тебя прокачалось. Так, Пиджота. 25 уровень. Так, против Пиджота я выбираю... Так. Гиарадоса. Пескоструй. Да, укус. Ух ты ж, не очень-то эффективно. Ну так, укус. Что-то забоялся Пиджота вообще. И еще укус. Вроде довольно быстро и все-таки эффективно. Просто у него здоровье куча целая. Все, готов. Надо было толчок использовать. Гроулайт? Да, хочу заменить. Тор вернулся. Ну чё, я думаю, попозже сделаю перерыв и все-таки поиграть в Jungle Strike. Так. Посмотрим, Мяут сможет что-нибудь сделать. А, разрубание. Ух, неэффективно. Ну хотя не, опять же у него просто здоровья много. А эффективность нормальная. Ну-ка, джекпот. Как можно вообще монетами урон нанести? Ну я понимаю, что там дробовик, который монетами стрелял бы, но... Как-то вот... О, все, готов, да, Мяут? Да. Ну вот, как раз таки для Мяута тут место. Ладно, Чермириан, выходи. Надо было сразу выбирать. Мега пинок. О, отлично. Все, я понял. Вартортл, ну да, да. Да, конечно, заменить. Он же не выстоит. Хотя нет. Это такой челлендж. Это же те первые покемоны. Он первый, которого взял, и у меня первый, которого взял. Давай, мега-коготь. Ой. Наверное, придется все-таки заменить. Угли. Ну уровень-то у Чермилина больше. Да, это очень хорошо. Мегапинок. О, вот это вот нормальная вещь. Ой-ой-ой. Только не промахнись, мегапинок. Отлично. Ну, только не сдохни. О, зато печалька.
Элис или Алиса, не знаю, привет. Как правильно прочитать? Так. Ну пусть Доктор выйдет. Не, ну жалко, Чермилин, я думал, он хотя бы один у него, но останется. Ну, резкие удары. Ему хватит там уже что угодно, но кроме промаха. Ничего себе, почему так эффективно-то? Подкоп. Готов. Дактрио 30 уровня. Экзегут? Нет, не буду менять. Я не знаю, экзегут против чего слаб. И у него какие-то вроде психические атаки, да, должны быть. Ну давай-ка резкие удары попробуем. Ну как-то так. Если бы критический был, да, то не очень. Гипноз. Понятно. Ну, тогда меняем на... Ну, Оникс сольет, наверное, сразу. Ох, ну пусть хоть один удар-то сделает, обвал. Да, понятно. Так. Давай, Георадус. Ага, испугался. Укус. Съешь яйцо. О, съел. Кадабра. О. Ну давай попробуем не менять. Снова имба тащит, ну. Вот против кадабры я не знаю. Ну давай укус. Отлично. Но он сейчас меня загипнотизирует, наверное. А, запрет промахивается, отлично, а то бы мне нельзя было укус использовать. Просто, по-моему, повезло мне сейчас. Тупо. Ох. Что? Ах ты вонючка, мы еще встретимся. Ну, это довольно серьезный противник. Как там твой покедекс? Я только что поймал Кубона. Где? Правда, я так и не нашел большого Маравака. Где он может быть? Я должен его поймать. Так, прокачай, будь тебе Маравак. Че ты тупишь? Ладно, лучше я пойду дальше. Я снова на шаг впереди тебя. Пока, растяпа. Хз, что там на шаг он впереди? Мне тут просто имба не контрится, ну... Даже мы, медиумы, не можем опознать призраков башни. Телескоп Ц помог бы разоблачить их. Ну я так понимаю, если там будут битвы, то мне лучше пойти до покецентра. Потому что, ну, мне все-таки Гарри потратил там. Где тут он? Да. Так, отлично. Так, посмотрим, что там на следующем этаже башни. Мне кажется, тут не нападают. Это же типа как бы кладбище такое тут. Не до этого им как-то. Не до шуточек все там. Пришли на могилку. Входи прочь, злой дух. Да ты прикалываешься. Вот. Да. Понятно. Медиум-то упорот. Патрисия. Гастрия?
Это печалька, кстати. Ну, по крайней мере, в аниме это была проблема. Электрошок. Фу, так просто взял и потратил. Луч Мороки. Так, быстрый удар. Вмешательство. Газ, ты неуязвим, понятно. Злость. Быстрый удар ослабевает на пи... Ууу, какой он, ну. Электрошок. Только не в себя. Так. Что за проклятие? Опа. Что это значит? Что это значит? Он себя убил, а у меня проклятие. И чё? Он какой-то дном каким-то стал или что? Вроде никаких статусов нет. Здоровье полное. Хе-хе. Опять кастрю. 24 уровня, нормально так. Ну давай дальше, электрошок. Тень. Ого, графон. Неплохо, электрошок. Луч Мороки опять. Так, вдруг он опять тень использует, так что сменим на Мяута. Джекпот. Да, неуязвим. Похоже, Мяут вообще ничего ему не сможет сделать. Опять он проклятие использует? Что это такое? А, понятно. Просто тогда он себя убил, поэтому я даже не узнал, что это. Понятно, физатаки вообще бесполезны. А разрубание это физатака? Ну-ка, давай попробуем. Да, все, Мяут тупо вообще бесполезен, абсолютно. Он ничего не может сделать. Только страдать может. Туда Чермиллион. А, ну все, он себя убил. Нормально. Что я делаю? Вот у меня тоже такой вопрос. Что за тактика такая? Выше страданий. Ну явно надо наверх сходить. А, тут еще и нападают, дикие. О, это кто? Призрак атакует. Призрака нельзя распознать. А поймать можно? Я хочу. Электрошок. Слишком напуган. Ну хорошо, Герадоса-то не напугать. Хм. Только не вижу, что даже Герадос боится. Лол. Ну, видимо, побег только. Чё? Ты вообще бредишь? Какие-то все будут потраченные. Хоуп.
Опять гасты. Ну сейчас Пикачу свалится по-любому. О, парализовал. Его даже можно парализовать. О, все, тень потрачен. Паралич не сработал. Ну-ка, давай-ка, Оникс. А, физатаки, да, я забыл. У него же ничего такого нету. Обвал не сработает. А, сработал? Да-да, норм. Да-да, норм. О, тень, ну, я, наверное, тоже потрачен. А, не, жив. Ну давай еще табал. Добьешь? Добил. Вот сколько опыта. Я спасена? Какие-то они все тут вообще странные. Трос нашел. Опять? Беги. Какой смысл так часто делать? Ну и что, что я убегу и что? А, надо какую-то атаку, наверное, сделать, чтобы поймать. Типа, может быть, свет какой-нибудь, не? А свет у кого был? По-моему, у Клафери, который я выложил. Понятно. Видимо, у меня сейчас нет ничего, чтобы поймать его. Будьте все прокляты? Какие? Не очень. Лаурель. Не, мяу тут вообще не очень. Давай. Так, ну, Чермиллион. Будем сжечь привидения. Или себя. Угли. А, норм. Ух ты ж, и эффективно-то как. Но его атака тоже эффективна. Давай, угли. Только не на себя. Да не на себя. Ну, видишь, нормально, в принципе. Потому что огонь сильный сам по себе. У него. Еще гасты? Нет, я не сменю, но мне надо подлечить Чермиллиона. Так. Суперзелье. Лось. А что это делает, я не помню уже. А, он как? Да ничего страшного. Выходит из замешательства, отлично, давай, жги. Тень. Опыта, наверное, кучу сейчас получу. Угли. Тоник. Какие-то вы странные, ребята. Джоди. Вообще-то это не место для битв. Мы тут устроили. Давай, Чермиллион, жги. Что не сработало? Ладно, угли.
О. А, он на уровень ниже, поэтому ваншот его. Мяут 19 уровня, наконец-то мяут уровень получил. Кто что? Типа они какие-то одурманенные, что ли, тут? Great Ball? Ну, нормально. Будильник. А, у меня, кстати, по-моему, кто-то спит или нет? А, нет, в ауте один. Опять это неизвестное. Ну я понял, скорее всего мне сюда потом надо будет вернуться, когда у меня что-то будет соответствующее. Паула. Так, ну давай опять Чермиллион жги. 24 уровень, гасты с одного удара не получится. Ой, еще и себя сейчас подожжет, возможно. Не, давай жги его, пожалуйста. Давай, жги его только. Ну ты вообще дурак, что ли? Ну, он потратил, по-моему, около 10. О, он себя потратил. Ну и все, сейчас если угли сработают, то все, готов. Ничего себе, это эффективно. Давай только его сожги, и все хорошо будет. Понятно. Готов. Все, выстрадал. Все здоровье. А Георадос укусить может или нет? Или это как бы как физатака считает? Не, вообще-то тьма. Так что, наверное, сработать должно. Укус. А, понятно. Не, ну как так, Чермиллион терял. Я, конечно, могу поднять, в принципе. Да, я, наверное, подниму. Что там это стоит? Вроде не очень так дорого. Теперь-то я покупать могу. Это раньше я не мог покупать. Так, Чермиллион. Хотя нет, по-моему, дорого. Почему я три штуки купил? Наверное, потому что дорого все-таки стоит. Что-то там интересное. Так. Беги. Ты присоединяйся. Кому или к чему, непонятно. Давай, Георадос. Раз уж ты кусать можешь, то это, я думаю, хорошая идея тогда. Проклятие. Да он у себя так много снимает, это же вообще ни о чем атака. Ну да, он у меня, в принципе, отнимает неплохо это проклятие, но все равно, ну как-то у себя уж слишком много тратит. Дай мне весь тот, что тот. Нечего было гасты ловить. Ой, Хунтер? Печалька. Ну давай, Георадос, ты все равно затащишь, я верю. Хунтер испугался?
как-то это странно. Опять себя убивает. Укус. Ну вот. Вообще ни о чем. А проклятие после боя пропадает, так что... Вообще... Не важно. Не бойся, это место очищено, ты можешь отдохнуть здесь. О, прикольно. Чистый ярлык. Ух ты ж. Это я зря поднимал Чермиллиона. Зомби? Где зомби? А, ты на зомби похожа, да. Так, ну чё, Пикачу, давай, раз уж ты в строю. Сейчас уровень возьмет, может посильнее будет атака. Еще электрошок. Ой, да я так после боя могу вставать на то место. Он, по-моему, сейчас убьет себя тупо. Да. Пикачу 20 уровня. О, атака, удар, давай-ка. Итак. Атака, удар. Сила 80, точность 75. Ударить врага хвостом или хлыстом. А быстрый удар. Сила 40. Ну, правда, точность, что нанести скоростной удар по врагу. Так, паралич, раздвоение, повышает ловкость. Даже не знаю. Даже вот хвостом. Вместо раската грома, что ли? Хотя, да вроде бы все нужные атаки. Ну, в принципе, логично было бы физическую, вместо физической, но быстрый удар он первым бьет. Ну, правда, он такой слабый тут. Так, сейчас, надо подумать. Наверное, все-таки раскат грома все-таки заменю. Паралич все равно это не особо эффективная вещь. Что ты? Не понял, как. Что ты пропустил? Ладно, забыли раскат грома. Опять этот напал. Это не понял, где ты пропустил? Самородок нашел. Так, посмотрим. А, ну удар, наверное, вообще не сработает, да, скорее всего. Да-да-да. А, ты то фрейш. Бывает. Так, электрошок. Только не в себя. Понятно. Именно в себя и бьет. О, у меня есть идея. Давай электрошок в себя. Вот. Вот, тратить больше стал. Отлично. Ой, тень. Это больно. Давай опять электрошок.
Так, пойду подлечусь. Клёво же. Даже быстрее, чем в покецентре. Сок это только еще. Дай мне крови, ну ты вообще не стесняешься. Анжелика. Ветрошок. Целых 5 тратит. Ну ладно. Давай еще ветрошок. Все твои листы обновляешь. Обновляешь в каком смысле? Типа там что-то переименовываешь, что ли? Так, еще ветрошок. И еще электрошок. Стоп, а что-то я немножко отвлекся, что электрошок не прошел, что ли? Понятно. Так, нет, не хочу, пусть Пикачу берется еще один уровень. Это будет, кстати. Только придется вылечить его. А, хотя ладно, там лечилка есть внизу, если сдохнет, то сдохнет. Электрошок. Не, ну если он себя сейчас будет бить электричеством, то, конечно, сдохнет. Давай. Пробуй его. О. Еще один раз и все. А, проклятие, все, он сам себя убил. Пикачу 21 уровня. Еще гастры. Пусть еще Пикачу прокачивается. А, страдает от проклятия, печалька. Не, ладно, я просто заменю его тогда. Смысл мне тратить лечилки, если там есть он халявная. Угли. О, я и забыл, как это эффективно. И еще угли. Так, возвращаемся. Лечимся. О, что-то лежит. Опять этот неизвестный. Кстати, ну-ка сейчас я посмотрю в этой здании вообще, что тут можно поймать, по идее. А, здесь Гастли, Хантер и Кубон. На третьем этаже. А я на каком этаже, уже не помню. А, ну тут, в принципе, на четвертом, и на пятом, и на шестом, и на седьмом. То есть, есть 9%, что мне Кубон попадется, а не вот это вот, нераспознанное. И Кубона-то я, естественно, поймаю. X-точность. Только что тут Кубон вообще делает, интересно. Дженнифер. 24-й Гастри. Электрошок.
О, вот это уже начинаются хорошие удары. И все, и он себя убивает. Такой прикольный иногда. Да, стой. Это привидение нападает. Хорошо. Неплохо. Еще электрошок. Давай критический. О. Давай еще электрошок. Добей. Не добил. Надеюсь, добьешь. Добил. Пикачу 22 уровня. Вроде отпустила. Так, ну вернусь на лечилку. Так, побег. Откуда туман в здании? Так, бежим, бежим, бежим от этого. Вроде отпустила, вроде нет. Да, судя по глазам, еще не до конца отпустила. Леденец. Бежим. Ремонт там вот пыли витает в воздухе, понятно тогда. Тут кто-то есть? Ну, 30 уровня? И что? Ну я же с ним все равно не могу драться. Ну да. Побег. А, не могу пройти. Прикольно. То есть я зря сюда шел. Вот так вот. Надо будет сюда, видимо, потом, когда я смогу этих призраков распознавать. Ладно, выходим. Может, кубон попадется хотя бы. Где тут выход у нас? Так, а, не, сверху выход. Конечно, мог бы трос использовать, но я думаю, все-таки... Ну, точнее, надеюсь, что кубон попадется.
Что за лабиринты вообще? Так не строят обычно. Так, что тут? А, не, все снизу можно обойти. Почему не нападает никто? А, вот, тут уже нету этого дыма. Тут уже не курят. Так, ну понятно. Значит, у нас остается два пути. Налево и вниз. Но налево-то это же... А, это в Saffron City. Так, а вниз там... В принципе, несколько развилок. Ну... Я думаю, наверное, все-таки я сейчас сделаю перерыв на обед, а потом поиграю в Jungle Strike игру на Sega. Потому что, в принципе, уже от покемонов немного устал. Еще будет почти 3,5 часа играю. Вот, надо сохраниться. В общем, тогда на этом текущий стрим заканчиваю. Вопросы там, если есть, замечания, предложения, жалобы, можно писать в чат. В принципе, если что, прочитаю и отвечу. Так, я уже забыл сосчитать, какой кнопкой делается. Так. Shift F1, все. Да, наконец-то джангл. Ну, в общем, все, на этом я выключаю. Всем пока, можете приходить через, ну, там, минут 30, наверное. Будем проходить Jungle Strike.